Их послать на три буквы надо. И Америку, и Евросоюз. Всех вместе. Ну что, более наглой политикой. Гитлер честнее вас был. Подумай, Гитлер честнее вас, чем вы сегодня, американцы. Подлецы и негодяи. Они просто хитрые. Столько мы делаем вам за эти 70 лет. Мы еще до Берлина не дошли. Вы уже планировали разбомбить Москву. Более подлых нету, чем Америка. Гитлер лучше вас. Гитлер. Он отравился, понимая, что он совершил подлость. А вы 70 лет улыбаетесь и с улыбкой уничтожаете всю планету. Там Крым глаза мозолит. Мы попросим вернуть Восточную Германию. Мы вам ее не отдавали. Вы нам с нами рассчитались за разгромленную страну? Вы, немцы, подлецы, фашисты. Ну, подожди, это вы делали? Все немцы фашисты, да, прошло не уже все. 70 лет. Не надо! 70 лет как прошло. Они были фашисты, так оставить бомбить нужно сегодня. Это что? Ну, не, Меркель, что все не делает, Меркель? Что она делает, Меркель? Она ведет к власти фашистов. Она уйдет, а придут фашисты. И во Франции везде придут фашисты. В лагерях все закончат. Пожалуйста. В лагерях. Пожалуйста. Мы с кем торгуем? Мы весь Запад Владимир, поддерживаем. Подождите. Вас поддерживаем. Вас, да, немцы, да, подлые Гордона, твари. Да, Гордона, вас дадите. Поддерживаем. Да, да. Ликвидировать, не оккупировать, Яков, а ликвидировать вас. Как при царе. Четыре раза ликвидировали, мы возрождали. Пятый раз последний будет. Пятый раз похороним всех вас, поляков. Все. Польша конец. Мы ее закрываем вместе с американцами. Европа, обязательно примите еще десятки миллионов беженцев. Примите и будете пытаться ассимилировать. Боитесь, ничего не получите. Америка... Помолчи, поляк, вас уже нету. Подписать все секретные протоколы, чтобы никогда вы ничего не знали, что будет с вами в ближайшие десятилетия. А господствовать будут две нации. Русские и американцы. А вы будете, европейский колхоз, подыхать скоро. С голоду. Ну, Владимир Ильич. И... Забудете, что такое Россия и мигрант. Владимир, вы нам не нужны. Вам конкурент. Вот тут Рыжков сказал, мы торгуем с Европой, а мы не будем с ней торговать. Мы не будем. Она нам не нужна. Она нам не нужна, Европа. И Америке нужна. Будет доллар и рубль. Без штанов. Русский язык и английский. Не надо. Владимир Вольфович, Владимир Вольфович. Ну, все же... отлично уже. Да. Уже вы все можете отлично. Парковать здесь, друг друга нападать. Договариваются сильные, смелые. Самым мощным оружием. И тогда будут всегда секретные протоколы. Через 100 лет ваши внуки в учебниках истории прочтут.